Всем привет! С вами Информ ТВ. Станислав Садальский забил тревогу и попросил помощи у поклонников для Андрея Данилко. Садальский часто делится историями о звезд. На этот раз он написал о проблеме, с которой столкнулся украинский певец, артист и продюсер Андрей Данилко, который всем известен по образу Верки Сердючки. Цитата. «Мне почти не звонят сейчас домой, то есть звонят или по работе, или люди, с которыми я работаю. Как-то все то ли боятся меня сейчас, то ли думают, что я стал другим. Во мне, как в человеке, ничего не поменялось, но стараются меня не беспокоить». Именно так процитировал Станислав слова Андрея, которые тот произнес в интервью. Российского актера опечалило такое отношение к звезде эстрады. По словам Садальского, у Данилко до сих пор есть тысячи поклонников, которые помнят его и любят. Он попросил пользователей это доказать. Цитата. «Не знаю, как в Украине, но в России Андрей тебя по-прежнему любят. Подтвердите, люди!» – обратился к подписчикам актер. Пользователи соцсети, конечно же, откликнулись. Они тепло отозвались об украинском артисте в комментариях. «Андрей суперпрофессионал, его очень нам не хватает. Любят и очень уважают. Удивительный артист. Хотелось бы вас слушать почаще». Давайте тоже поддержим Андрея Данилко. Если вам нравится Верка Сердючка, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!